Привет, ребятушки, с вами Антон, и мы продолжаем проходить замечательный survival horror Анимуша. Да еб твою. Твою мать, как меня достали уже. Стручки вонючие. Эти падло сейчас. Реально проблемные твари. Пипец, столько времени трачу на них. Я просто в шоке с этого. Так, ну мы прокачали. По идее, сейчас откроется. Ну да. Нормалек, правда? Что-то с тобой тут летает. Ладно, лучше не знать, наверное, правда? А, может на нем вот эти бусы или что-то такое-то вот ты используешь, что мы получили недавно. Не-а, не прокатывает. Что-то вообще непонятно. Супер. В три щелчка. Получили голубой ключ. Интересно, что это за такой ключ? Ну, ладно, я думаю, мы это чуть позже выясним. А тут какая-то камера пыток, тем не менее, да? Похоже. Отлично. Вот это вот, давайте поросенка. Пусти. Ну да, их только так нужно валить. Сначала атаковать вручную, а потом уже вихрь использовать. О. Вот это дело. Сосуды очень напоминают вены, не знаю, как что можно назвать. Но место не совсем благоприятное, я бы вам сказал. То, что траву дали, это замечательно. У нас как раз недостаток травы в инвентаре. Твою мать. Хорош. Так, еще не все, что ли? Нормалек. Вот что тут здесь вот. Блин, два. Огня горят, а двери больше, походу, и нету. Отлично, мы использовали голубой ключ там, где уже были. Ну, замечательно просто. Фух, так. А тут что? Мы снова встретились с Самонасуки. Еще не решил поработать на клан О, да? Нет, еще раз нет! Я сделал все, чтобы помочь тебе. Ты просто не понимаешь истинной силы демонов.
Время пришло, демоны! Готовьтесь к темной церемонии! Пришло время держать ответ за свои действия. Я уверен, что теперь Каэда тебе. Офигеть, что он с нами сделал-то? Самоназуки, ты нашел что-нибудь? Что ты делаешь? Отпусти меня! Что происходит вообще? Самоназуки? Какая-то подстава. Просто недостаточно опыта, да? Офигеть. Что происходит-то? Я вообще не понимаю. Юмимару. Юмимару, а где ты? Зашибись. Ты в порядке? Что случилось? Чудовище. Из западной тюрьмы. Красный ключ. Да, никаких душ мы с них не получаем, поэтому мочить их вообще никакого смысла нет. Зато наша девочка бегает хорошо. Очень-очень быстро. Музыка хорошая. О, все, бежим. Поможем мужику, да? Я все сейчас уже не понял, куда мы идем. О, тут везде все по три, блин. Надо качать будет глаза эти. Офигеть. Стоп, там, по-моему, лежал лук и стрелы. Верно? Ой-ой-ой-ой-ой, только не для нас. Во-во-во. Прогресс. Отлично, успели. Стоп, что это такое тут блестит?
Какая-то хрень вообще непонятная. Ну, окей, окей. Ну, понятно, понятно, для чего это нужно. Ладненько. Можно отсюда с чистой совестью валить. Офигеть, конечно, блин, неудобно бегать с ней, на самом деле. Потому что душ она не собирает, ничего она полезного нам не дает. И печально, это печально. Шестеренок не хватает, к сожалению. У нас они есть, кстати. Понятно, понятно. Нам еще сюда придется вернуться. Самоносуки, как всегда, когда ты нужен, тебя ни хрена нету. Кстати. А, вот оно что. Ну, нормалек. Все же, куда нам надо идти? Наверное, обратно. Там еще одна дверь была, по-любому. Вот с этим лучше вообще не сталкиваться сейчас. Демона. Фух. Так, понятно. Даже и знать не хочу, что здесь такое. Прекрасно. Кстати. Вот сюда нам нужно использовать. Нет? Ну, окей, окей, ладно. Тогда, наверное, будем сейчас возвращаться туда, где шестеренка отсутствовала. Это просто элементарно, по-моему. Благо идти не так уж и далеко, на самом деле, а достаточно близко. То мы обойдемся без жертв. Ну, я так полагаю, что без жертв обойдемся. Хотя, мало ли, всякое бывает. Честно говоря, я уже начинаю заговариваться сам прямым образом. Сегодня какой-то неудачный день для записей. Начал записывать анабиоз, всего на 25 минут мне хватило. Выдержка сегодня у меня очень-очень плохая. Нет, нет, мы не туда пошли. Нам вот сюда. Отлично. Давайте шестеренку используем. Вот, вот это другое дело. Блин, такое помещение обширное. Понятно. Опять там эти пазлы японские. А, вот теперь вот нам нужно возвращаться уже на ту аллею. То есть вы сами понимаете, да, откуда уши растут. У данных головоломок. Получается, что разработчики сознательно растягивают игровой процесс. Я не понимаю, правда, зачем это нужно. И как это влияет на интересность. По-моему, вообще никак. Наоборот, только делает хуже. То есть, самый лучший вариант, когда по 100 раз не надо бегать туда и обратно. Второй реально весело играть. Много впечатлений, эмоций. А когда по тем же, одним и тем же местам приходится бегать, это не всегда прикольно. Поверьте на слово.
Вот замечательно. Сейчас мы тут вот используем. Опа. И вот тут еще вторую часть используем. Отлично. Я уже все жду, не дождусь, когда мы за Самонасуки начнем играть снова, потому что эта баба меня утомляет. От нее толку ноль. Нет, надо, сюда надо сходить. Ноль тут чем-нибудь интересное окажется. Вдруг, вдруг. Во, любимый сундучок наш, да? Ну супер. Замечательно. Ох ты, Сакрат. Теперь у нас нож прокачанный. Хе-хе-хе. Еще такого овца душ не хватает, это было бы вообще просто шикарно. Но ради этого стоило попотеть немножко с этой головоломкой. Ой. Да что ж ты будешь делать? Во, ништяк. А зачем мы вообще сюда шли, мне кто-нибудь скажет? Я потому что не очень догоняю смысл от этого. Тут везде пожар. А, вот оно что. Мы в подземелье. Сейчас спустимся, да? Уже спустились. О-о-о. Припыль называется. Ну ладно. О, вы? Подождите, я помогу вам. Ты Каэде? Самонасуки как-то написал мне, что он путешествует с женщиной-ниндзя Каэде. Так это ты? Если бы я только могла покинуть замок и посмотреть мир Самонасуки. Принцесса Юки? Я завидую тебе. Вы можете сделать это? Забудьте обо мне. Бегите из этого замка, Самонасуки. Не сдавайтесь, ваше высочество, я спасу вас. Что? Ты умрешь здесь в одиночестве. Принцесса Юки! Принцесса Юки! Надо было быстрее клетку взламывать, баба никчемная. Да что ж ты косая такая, шваль? Сейчас мы тебя завалим. Давайте полечимся на всякий случай, а то у нас совсем состояние плохое. Сколько ж ты будешь-то еще помирать-то?
готов, чмогандяй. Подождите, я... Ой, что это такое? Что за... Ой, что за звук такой? О. Да, серия была просто чересчур долго. По крайней мере для меня. Для вас она была не такая уж и длинная. В любом случае, надеюсь, она вам понравилась. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.